за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? 28. Кто против? Да. Кто воздержался? Проект решил принимать за основу. У кого есть замечания, дополнения? Депутат Капитаев, пожалуйста, письменный видит. Письменный видит, пожалуйста, замечать предложение. Включите четвертый микрофон. Вышли. У вас президент, письменный видит, Михаил Владимирович. Так, проект решения, извините. По третьему вопросу, да. Проект решения, извините. Я по поведению. На мой взгляд, в настоящее время такими выкриками у нас происходит попытка вмешательства в деятельность органа местного самоуправления. Попытка вмешательства в осуществление собственных полномочий. Я данных коллег предупреждаю, что, на мой взгляд, это носит не только административное, но и уголовное наказание. Спасибо. Невзирая на статус. Вы дайте слово нам. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте все предложение. Уважаемый депутат Николаевич, вы имеете в виду озвучивающие предложение, уважаемый депутат Николаевич. Переходим к следующему вопросу. Пожалуйста, на тяжелом положении порядка получили.